Это что сейчас было? Откуда стена-то взялась? О, вот станция. А, не, встречный не. Поезд. Тут всегда встречный. Кто это? Кто это? А, смотри, содовая, лимонады. Так, ну давай купим. Привет, ребята, вы на канале Игорюшные Игруши. И сегодня мы играем в симулятор метро. И мы машинисты. Да, машинисты. Мы в каком-то подвале. Да. Помещение. И какие-то надписи здесь. Надо выходить отсюда, давай выходим. Да. Выходим, так, у нас какая-то загрузка. Ужас. Мы на улице? А где метро-то? Это мы что, смену закончили или что? Это жесть, это... А мы что, просто ходим по улице? Это как-то странно. Ну давай, может быть, мы... Так, здесь ничего. Вход в метро-то есть где-нибудь? Я не знаю, где метро, папа. Двери не открываются. Ребят, вы знаете, где метро? Я не знаю. Как-то странная игра. Я думал, игра сейчас начнется прямо из кабины. Да. А вот метро-то, посмотри, вот оно. Это жесть, не может... Вот оно, метро. Ну, заходим. Интересно, где мы? Понятно. А вот он где. А, нужно было заходить прямо сюда. Так, я смотри. Понял теперь. Да, смотри, управление, надо снять тормоз, да? Снять тормоз, двери как открываются кнопками, зеленый и красный. А это у нас вот, наверное, кран. Как раз вот это, да? Ручка управления газом. О, ускорение. Вот она какая. О, а это быстро по метро едет, а? Да, но здесь у нас, по-моему... Максимально 50 км в час наш состав идет. Смотри-ка, уже станция, что ли? Нет, это не станция. Все, поехали. Я не понял, где было метро? Это какие-то... Нужно было выйти из подвала, чтобы сесть в вагон метро, стать машинистом? Ну, только я это не думал. Все, едем, едем. И прямо туда уже ехать. Едем. Не, ну метро реально, но оно, не, ну я могу круто сказать... Круто идет, да? Я могу сказать, что оно немедленно ехает. Нормально шпарит. А да. Вот и станция, мы подъезжаем к станции. А, это прям как это, типа этого... Московского метро? Да, это московское. Но это не московское, это какое-то иностранное. Кстати, какое, напишите. Да, это как это, как Порше несется почти. Так, смотри, здесь у нас есть линия стопа. Загорится когда, смотри? Загорелось, все, да. Открываем двери. Слышал? Двери да. Открылись? Мы открыли. Люди сейчас садятся. Так, жалко, что тут только один вид из кабины. Было бы интересно посмотреть на станцию еще, да? Да. Закрываем двери. Поехали, ребята. Загорелся зеленый сигнал семафора. Погнали, следующая станция. У-ху! Так, смотри-ка. Интересно, а тут есть встречные поезда? Скорее всего. Давай посмотрим сейчас, о чем мы встали. Так, ребята, мы решили проверить. Что? А где мы что-то нажали. По-моему, мы нажали экстренный тормоз. Ладно, поехали. Мы его просто проверили, извините. Это жесть, да. Ручник дернули, ребята. Извините, мы это... Мы просто проверяем. Первый раз едем в этой игре. О, навстречу. О, ребята, вы это видели? Он прямо к нам навстречу ехал. Встречный поезд есть такой. Да. Так, подъезжаем на станцию, быстро несемся. Тормози, быстрее, тормози, тормози. А, тормози, ты наша родная. А то быстро. Вот, смотри, видишь, моргает вот эта штука. Когда она сменится другой надписью, значит, можно вставать. А-а-а. А, все, вот, смотри, все, мы встали. Вот ишь у нас какие дела-то. Двери. Открываем двери. Да. Загрузка. Загорелся зеленый, поехали. Да. Выключаем. О, можно фары выключать, смотри, как круто. Ту-ду-ц. Поехали, погнали. Все, двери закрыли, погнали. Следующая станция. Какая, наверное? Названия-то нету. Или мы просто не видим на мониторе. Жалко. Идет разгон, ребята. Встречный поезд есть там? Да, ребят. Ребята, встречный поезд едет. Опять да. Едет. Смотри. Красные фонари. А кто это там? Так, тут никого нет. Главное смотреть внимательно, чтобы никто не выскочил на рельсы. Опять станция. Покажешь, кто-то на станции выскочит на рельсы. Все, ему конец. Да. Посигналили, да. Ребята. Все, мы подъехали. Открываем двери. Открываем двери. Поможет это, ребят. Так. Ой-ой-ой, поезд назад покатился, ребята. Покатил. Поезд назад покатился. Открыли двери. Да, ребята, yes, мы это делаем. Ждем, когда люди, пассажиры сядут по вагонам. Да по вагонам. Все. А все, они уже закрываем, сели. Поехали. Вперед. Поехали. Так.
Нет, что, они уже сели, а какая остановка-то будет? А в какую игру про метро играли вы? Напишите тоже в комментариях. Да. Вот мы возможно, только... мы в нее тоже сыграли. Да, мы вот только первый раз мы в эту игру играем. Так, едем. О, да. Как смотри, сгибается туннель. Влево-право, мы еще так не ехали. Да, папа, как всегда, нашел игру. Станция уходит влево-вправо. Так, смотрим внимательно, чтобы никого не было на рельсах. Не дай бог, кто-то выскочит. О, вот и станция. А, не-не-не. Встречный поезд. Тут всегда встречный. Кто это? Кто это? Простите, пожалуйста. Там какой-то пьяный, что ли? Мы вообще его еле заметили. Как это? Как он сюда пробрался со станции? Да это жесть. Он стоял прямо на рельсах. Прямо, я жесть. Просто жесть. Не надо так делать, ребята. Никогда не ходите по рельсам. Да, это именно самое главное. Ну и что теперь с таким замазанным ужасным стеклом ехать? У меня просто... Нет слов. Да, это просто меня огорчает. Ну, поехали так, но я не знаю, что вообще будет. Полиция, наверное, скоро приедет за нами. Хотя мы ничего не виноваты, он сам выбежал. Машинист не увидел. Мы не увидели, ребята. Ну, это бред. Почему он на рельсах стоял? Я не могу понять. Так нельзя делать. Да, двери не открываются, потому что мы, по-моему, до линии не доехали. Надо правила соблюдать. Точно. Стоять, не прикасаться к линии. Когда на платформе стоите. Да, это самое главное. А напишите, кто играл в эту игру. Поехали, ребята. Напишите. Кошмар, с таким стеклом ездить? Интересно, дворники работают? Это жесть. Да с таким стеклом нельзя ехать. Ну. Красные фонари. Опять на встречу едет, да? Нет? Так, ребята, и что дальше? А вот еще станция, следующая станция. Смотри, народу нет вообще. Последняя станция, что ли? Народу совсем нету. Ну смотри, не было на платформе народу. Может, ну давай выпустим хотя бы. В смысле? Их тут вообще ни одного человека нету? Ну ни одного. Бывают такие станции какие-то последние, на которые уже никто не едет. Да? Да, бывает такое. Так, да, поехали. Да, ну ладно, мы держим путь дальше, ребят. О, какие-то разрисованные. Что это такое-то? Ну на станциях бывают разрисованные хулиганы. Давай, поехали. Да. С таким грязным стеклом. Кошмар. Я до сих пор в шоке от этого мужика. Так, едем, едем, едем. Проскакиваем. Да, это сумасшествие. Встречка. Ай! Прям как это, прям как змея вылетела. Да. Не, это прикольно, встречный поезд, мне нравится, да. Так, станция у нас. Вообще. Ребят, а напишите в комментариях, если вам нравится эта игра, обязательно поставьте лайк. Это что сейчас было? Откуда стена-то взялась? Откуда стена взялась? Это бред какой-то просто. Мы ее не заметили, видел? Нам ноль денег у нас из-за этого. Мы теперь на улице оказались. Я думал, дальше уже это конечно будет и все, больше нас... Ладно, мы на улице, нас высадили уже, работа закончилась. Смотри, автомат с газировкой. Дай купим что-нибудь. Ха, смотри, содовая, лимонады. Так, ну давай купим. А у нас $0, потому что мы врезались. А мы врезались, потому что мы не видели. Ну ладно, пойдем отсюда, раз тут автомат не купить. Смотри, не купить ничего. Что делать-то? Ну давай искать какую-нибудь, не знаю, кафешку, да? Да, и там покушаем. Прикольно, что можно выходить. То есть закончили работу, выходишь на улицу и уже... Пап, может сейчас найдем кафешку и пиццу поедим? Ну давай попробуем зайти, да. Давай пиццерию где-нибудь найдем. Здесь ничего нету. Покушаем. Я, конечно, в шоке от этой стены. Откуда она появилась вообще? Я не понимаю. Может, мы проглядели какие-то знаки, ребята? А, пап, вот вроде кафешка. Кафешка, так, это магазин. Так, это магазин, ночью он не работает. Давай, да. Вот там впереди, смотри, есть надписи. Может, туда зайдем? Да, но здесь уже 10-11, здесь уже 11,5 часов. Вот, смотри, какая-то... Часов вечера. О, давай сюда зайдем. Круто. Давайте. Сюда можно зайти, и тут кушать можно. О, кафе! Это кафе! И чего здесь такое? Призы, я думаю, пицца. А это просто автоматы играть, а у нас денег. А, точно! Денег-то у нас нету. Видишь, $0 из-за того, что мы врезались. Ну ладно, пойдем отсюда, что делать? Ну это жесть. Я не знала, откуда это была стена. Можно было, ребята, поесть, отдохнуть. А мы так, дверь открыта? Не открыта. Это открыто? Не открыто. Это тоже закрыто. Ну что, выходим? Да, ребята! День, конечно, у нас не очень приятный. Да. Не поели, в стену врезались, мужика сбили. Что делать-то будем? Наверное, заканчивать? Да. Пошли спать. Что-то тяжелый день такой. Ну что, ребята?
Как вам игра? Обязательно поставьте лайк.